Всем привет! Хочу сегодня показать вам первое цветение вот такого красавца фаленопсиса. Это Violacea Indigo Blue на Indigo Red. Цветок 3,5 см. Револьверное цветение у данного вида фаленопсиса. Очень красивый цветочек, насыщенно малинового цвета, но, к сожалению, камера передает немного другой оттенок. Растет он у меня в системе с просушкой с прошлого года. Когда я его покупала, было заявлено, что это blooming size, то есть цветение может наступить в течение года, либо через год. И как вы видите, на сегодняшний день он распустился. Листики у нас разрослись, корни также. Хочу вам показать его с другой стороны. Сразу прошу прощения за пыльцу. Пыль будет снята сегодня уже. Я убираю, переставляю свои цветы снова. Как вы можете видеть, корни у нас хорошие. Система с просушкой для него подошла, и растет он очень замечательно. Револьверное цветение. Будем ждать дальше бутончики. Вот такой красивый цветочек с другой стороны. Я рада. Должно быть с ароматом, пока его не слышу. Еще раз хотела вас познакомить с этим первым цветением. Всем большое спасибо за просмотр и за ваши комментарии. Задавайте вопросы. Всем пока-пока!